положение привет. Париться перед танцами на Тульской. Женя, расскажи, как там ты? Расскажи, да покажи, да всю правду доложи. Оля, ты ушел уже, ну ладно. Скориков, быстро ты захочешь, уходишь. Такие, какие такие? Начало было интригующее, да-да-да. Валерий, мой сустик ножку хочет. С какой вот? В этот? Нет. Пятьдесят девять человек меня смотрят. Охренеть, ребят, это успех, я считаю. Ну, что вам рассказать, да показать, да всю правду доложить. Расскажи, да покажи, да всю правду доложи. Красиво. Красота. Страшная сила. Привет, красотка, как дела? Отлично? У меня дела отлично. А у вас как, ребятки? Вот в клуб. Я в клубе. Кто в клубе? Я в клубе. Называется Дзен Термо в Красногорске на Речной. Рядом городской Красногорский суд. Так что, если что, вы знаете, кому звонить. Это мне. У кого, кстати, номер мой потерялся, напишите, я вам напишу в личку ответ. Блин, ребят, вы знали, что Шварценеггер не ест мясо, как я? Я вот только сейчас об этом вспомнила. Потому что увидела там кое-что. Хотите, я вам экскурсию проведу? Чем занимаюсь? Я чем-то занимаюсь, интересно. Чем-то я интересным занимаюсь. Все, я не читаю ваши комментарии, я пошла кое-что другое делать. О, сидеть на роли. Опа. 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 Америка, Европа. Мы вчера тоже тусили в спанове, отлично. Хорошо. Ой. Как бы вас так сделать, чтобы вы стояли, чтобы у вас тоже стояло все. О, вот так. Гитлер тоже веган и мясо не ел. Прикиньте, да, такие иллюзии, а мясо не едят. А ну зачем оно надо? Ну так все хорошо, да? Зачем есть мясо, когда все хорошо, ребят? Такой вопрос у меня к вам. Ой, короче, мне не поставится. Вы у меня не стоите. Не поставитесь. Ой! Я тут набедокурила. Убираться лень. Вот это прикольная штука для собачки. Как здесь открыть? Не в ту сторону. Перед фитнесом надо обязательно в душ сходить, написано. Вот мы сейчас с вами и пойдем в душ. Никогда не были в женском душе. А сейчас будете со мной вместе. Вот.
как Марина Степановна, короче. 159 человек онлайн. Да, положи, Андрей, мне на счет. Побольше, знаете, на сотик. Мне кажется, у каждого было не так побывать в женском душе. Не так ли? Так, это я, наверное, оставлю. Сейчас. Что, вы теперь знаете, почему девочки вдвоем в туалет ходят, да? Засыхар. Ну а что, я же водолей, конечно. У меня синтетический знак зодиака водолей, Андрей Коршунов. Коршунов, я жду денег на карточку. 8567 оканчивается. Спускаюсь как королева. Везде опаздываю, но при этом очень сиди. Машка засыха, да-да, сика-пика. В баню с мужиками пришла Машка. Без полотенца, без тапок. Как обычно, блин. О, начну с этого. Горячо.